серьезно готовилась к этому конкурсу? Да. Я считаю, что да. Достойный конкурс. Очень достойный. Во-первых, раскрывает потенциал каждого и показывает характер каждого и хватку в сражении, можно сказать, потому что это конкурс все-таки тоже борьбы. Конкурсанты сильные, у нас 17 человек, от республики отбирают 10. Не знаю, пройду или нет, но поучаствовать стоит. В этом фестивале я принимаю участие первый раз. Заинтересовало меня, во-первых, потому что можно найти какие-то новые интересные знакомства, новых интересных людей. А во-вторых, моя старшая сестра уже принимала участие в этом фестивале, и хочется как-то, не знаю, пойти по стопам. Молодежный квартал – площадка для амбициозных, креативных, талантливых и неординарных представителей молодежи. Таких на Брещине немало. Вот они и не пожелали упускать свой шанс, приехали с четкой целью побеждать. Конкурсы участники готовились заранее, и вокалисты, и танцоры, и диджеи должны были строго следовать условиям фестиваля. В каждой из номинаций требования свои. Судьи оценивали качество номера, артистизм, талант юношей и девушек, отдавали предпочтение и новизне идеи. Такая молодежь, она развивается не только там, участь в школе, либо в университетах, она развивается еще в творческом плане. И эти ребята, ну, так сказать, можно сказать, золотая молодежь нашей области. В фестивале творчества могли принимать участие как школьники, так студенты и работающая молодежь. С каждым годом число претендентов на победу значительно увеличивается. В нынешнем на музыкальной площадке встретились порядка 150 талантов из 10 регионов области. Мы сегодня будем отбирать лучших танцоров, исполнителей Брестской области, которые впоследствии будут представлять нашу область на фестивале, значит, Дня молодежи в Витебске на Славянском базаре. И отдельно будут представлять фестивали молодежи Союзного государства, которые проводятся в городе Ростов-на-Дону Российской Федерации в сентябре этого года. Это раскрытие своих способностей, можно сказать, что это и проявление своих вот качеств. Танцевальные коллективы тоже здесь, и сплоченность, и они готовятся, где-то переживают. Ну, это интересно. В принципе, этот соревновательный дух, он такой дает возможность для развития. Победа на конкурсе для каждого из участников означала выход на республиканский этап, а это высокая ступень для начинающих артистов. Выступление на Дне молодежи на Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 2017 перед многомиллионной аудиторией. Такая уникальная возможность выпадает редко. Тем, кому в этом году все-таки не удалось оказаться в финале мероприятия, попробуют свои силы в будущем году. Главное, они доказали самим себе, талант стоит развивать.